Пожалуйста, а вот это мероприятие, или как бы лучше сказать, операция. Гараж! Почему? Гараж. Чтобы никто не догадался. И снова здрасте, дверь поставьте. Снова у меня эти же двери. Гараж! Этот же заказчик, этот же район. Четыре дверки опять. Двери те же самые, только что рисунок немножко другой. А также все то же самое, та же бумага, тоже ужасное покрытие. Те же доборы, двадцатки, наличники, все то же самое. Единственная фурнитура сегодня у меня какая-то солянка. Магнитный замок Apex, это будет санузел. По комнатам будут механические защелки с железным язычком. И петли левые, правые, гардарика. Блин, я их не советую никому покупать, блин. В крайнем случае, гардарика — это перекупщик. Если внутри лежат петли Apex, то еще можно брать. А остальные Аверс и всякое Г не стоит брать. У нас по-прежнему жара. Вот я распаковался. Видно, что я весь мокрый. Невозможно. Сегодня 35 передавали, но на солнце будет еще больше. Место рабочее немножко в тени и немножко сквознячок есть. Так что, надеюсь, не умрем. Что напрягает, нету горшка опять. То есть, вон там дырка в полу есть, куда писать можно. Вода также, кран в котельной только есть. Придется какую-то бутылку обрезать, потому что умываться придется часто. Жара невозможная. Ни ведра, ни умывальника, ничего нету. Но все, можно приступать к работе. Так, по открыванию у нас что получается здесь в комнате. Ручка будет возле выключателя открываться внутрь направо. Следующая комната. Выключатель у нас здесь, ручка будет здесь и открываться будет налево внутрь на эту стену. В этой комнате у нас выключатель. Вот он, ручка будет здесь. Открываться дверь будет направо, на эту сторону. Здесь у нас санузел. Выключатели. Вот они. Ручка будет здесь. Будет открываться наружу, налево. Чем плохо левые и правые двери? Заказчик вообще купил все правые. А надо было две левых, две правых. И чтобы не ошибиться, просто покупайте две петли врезные, универсальные. Но только не гардарику. Рублевочка!
сейчас будет супер брусчатка. И снова здрасте, теперь поставьте. Вчера сделал врезку, подготовку и воткнул 3 двери, запенил. Четвертую вчера не успел. Я, в принципе, не торопился. Торопиться, спешить некуда. Есть свободное время, да, ездить далековато. И вчера как раз пробочки закончились, домой поехал. Сегодня по плану... Вообще, по плану по-хорошему надо закончить. Ну, посмотрим, как пойдет. С этой дверью опять немножко проблемы здесь. Опять не хватает 1 сантиметра добора. То есть стена толще немножко. То есть 20-го добора не хватает. Надо будет делать вставку. С одной стороны около 7 миллиметров не хватает. С этой стороны не хватает 11 миллиметров. Ну, остальные маленькие там по 15, по 18. В общем, такие дела. Закончил я установку этих эконом-дверей, двери гараж. Почему гараж? Потому что эконом-вариант, но фабрика даже не предоставила данные, откуда, кто, чьи двери, где делались, как делались. Есть только памятка по эксплуатации, по установке и все. А чьи двери, хрен его знает. Короче, двери гараж. Заказчик доволен, все отлично. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на нашу группу ВКонтакте. Ставьте лайк.
До новых встреч. Всем пока.